И снова здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам показать снова необычное видео. Посмотрите, какое у нас здесь сегодня столпотворение на набережной. И сегодня у нас здесь выставка старинных машин всех мастей и всех возрастов. Вот сейчас, по-моему, меня многие спрашивали, когда я показывала вам мотобайки, меня спрашивали, вот бы нам бы посмотреть старинные автомобили. Вот как раз сегодня, воскресенье, 15 сентября, у нас, вот они вам, пожалуйста, старинные автомобили. Кто интересуется, я сейчас пройду, очень длинная выставка. Машин огромное просто количество. Ну и это еще пока здесь, по-моему, 50-х годов автомобили. Хотя я вот видите, Jaguar. Прочитала, что я, как вы понимаете, не автомобилист такой высокого класса, чтобы мне вам рассказать все это очень подробно. Но посмотрим. Я постараюсь вам показать максимально все, что смогу. Вот, смотрите, пожалуйста. Сегодня уже с самого утра, с 10 часов, а сейчас у нас уже час дня. С 10 часов здесь у нас вот эта вот грандиозная, опять огромная выставка автомобилей в Райде. Ну, я там, наверное, в ту сторону я не пойду, я пойду в сторону центра. Надеюсь, что выставка идет туда. В ту сторону у нас продолжаются автомобили. Я хочу вам показать все-таки уже наиболее ретро. Хотя и здесь, конечно, посмотрите, какие красавцы стоят. Какие стоят красавцы. Вот, ну и как вы понимаете, эти машины стоят огромных денег. Посмотрите, несмотря на то, что они все такие, сколько им, если они 50-го года, ну, от 60-70 лет и старше. И вот в каком они состоянии шикарном, посмотрите. Вот for sale, видите, стоит автомобиль. И это опять Jaguar. Ну, не так и дорого, 28 тысяч фунтов. Да, вот эту машину я вам хотела показать, этот автомобиль с вот такой вот крылатой здесь фигуркой на капоте. Я забыла, как он называется, но вот Rolls-Royce, как сейчас я вижу. Вот такой красавец Rolls-Royce. Это марка, тоже называется Porsche, то есть богатеньких джентльменов Rolls-Royce. Не берусь сказать, сколько может стоить такой автомобиль. Вот я его здесь увидела один. Он припаркован здесь в стороне. Даже не сразу я его увидела. Видите, люди, желающие сфотографироваться на фоне Rolls-Royce. Вот еще такой автомобиль, Ford модель называется, заслуживает внимания. Сейчас вам покажу его. Вот видите, какой у него высоченный этот кабина, да? Называется кабина, очень высокая. Вот что показывают, даже что можно торговать. Здесь и кассовый аппарат, и весы, все старинное. Ну вот там даже тушки зайца, тушки фазанов. Все специально, лавка такая на колесах. Вот такой автомобиль, фруктовая лавка на колесах. Тоже малый бизнес семейный, да? Когда-то он был весьма популярен. В общем, смотрим дальше. Автомобили, наверное, конечно, мои уважаемые
подписчицы, которых, по-моему, большинство, может быть, не очень, не очень любит и не очень разбирается. Ох, посмотрите, какая прелесть. Ну вот, ради таких автомобилей, Мэнди Карри, вот она умерла тут что-то, 9 сентября 19 года, 40-го. Ага, что-то пишет, что свою мачеху, с большой любовью к своей мачехе. Ну, в общем, давайте все-таки лучше смотреть автомобили. Я, конечно, вижу много автомобилей, когда они ездят просто где-то на дороге. Ну вот, такую конкретно выставку я и сама вижу всего второй раз здесь у нас. Однажды была выставка автомобилей. Меня возил мой муж, когда был жив. Это, наверное, был 2012 год. Потом я как-то благополучно все это пропускала, хотя видела очень много автомобилей по дорогам вот таких старинных, ретро я их называю. Посмотрите, какой мотор, боже. Никелированное все. Это показывает, в каком состоянии у этого автомобиля мотор. Друзья, я, конечно, в восторге. Я вот думаю, моего бы зятя Андрюшку сюда. Представляю, насколько все это представляет интерес для именно автомобилистов. Ну вот, здесь такие кадиллаки специально показаны, свадебные. Видите, вот там дальше это какая-то вообще ракета такая. С клаксоном со старинным, посмотрите. Очень старый автомобиль, не знаю, какого года это автомашина. Ну и потом, если вы можете видеть, вот я иду, и все время вы можете видеть, вот сидят, видите, специально стульчики, и сидят владельцы этих автомобилей. Они специально со всей Англии сюда съехались опять. Вот я говорила об этой машине, которую можно это, себе заказывать на свадьбу. Вот здесь, видите, можно взять эти Jaguar Wedding Car, что-то ягуаров преобладающее большинство. И там визиточки можно взять и заказать этот автомобиль. Так вот, что я говорю, что съезжаются хозяева автомобилей со всей Англии, чтобы здесь именно поучаствовать вот в таком вот. Вот опять сидят, видите, хозяева. Если вы хотите что-то узнать, спросить о их машинах, они с удовольствием все это рассказывают, с удовольствием вам все покажут и расскажут. Но я на этом, конечно, останавливаться не буду, потому что, как вы понимаете, вам будет непонятно английский язык. Вот четыре круга. Это Audi, да, по-моему? Или как оно там называется? Идем дальше. Вот еще посмотрите. Какой старый-престарый автомобиль. Я вам показываю его особенно тщательно, потому что это уже настолько, как вы понимаете, ретро, что он, наверное, заслуживает особого внимания. Я помню, на таких автомобилях вот старинные фильмы снимались, да? Снимали. И вот, может быть, один из них. О, боже, посмотрите, что это. Какой автомобиль. И опять Ягуар.
Я удивляюсь. Вот так. Ой, 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 ой. It's not good, my love. Собаки задрались, напугали меня. Вот, посмотрите. Такую тоже откуда-то машину привезли. И у него там, видите, ну это может быть для прикола, я не знаю. Вся разбитая, ржавая, и еще и сидит за рулем скелет. Наверное, кто-то круто разбился на этом автомобиле. Так, идем дальше. Вот вы знаете, мне пришлось сюда идти пешком. Это довольно далеко от моего дома, пешком 30 минут. Потому что я поехала, как обычно, конечно, на своем автомобиле. Хотела посмотреть все это так удачно. Но получилось так, что я объездила весь город дважды. И я не смогла найти парковки. Столько людей. Очень много. И потом сегодня у нас прекрасная погода, как вы видите. Вот этого красавца я не знаю. Такого на радиаторах я значка не встречала. Буква B. Что это такое? Вот, не написано. Не знаю, друзья, к сожалению. Вот такой малюсенький, пожалуйста, автомобильчик. В основном, конечно, люди фотографируют с камерами, мало таких, как я, любителей. Ну, потому что все-таки, наверное, это здесь у них вот такие ретроавтомобили можно встретить не так уж и редко. Это для нас, вот именно для вас я стараюсь показать все это, потому что у нас вряд ли вы увидите на дорогах, не знаю, может быть сейчас, как я уже сказала, у богатеньких все это есть. Может быть, наступили новые времена. Я продолжаю идти по этому огромному пространству. И видите, автомобили, 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 люди. А вы знаете, что люди платят огромные деньги, чтобы привезти свои вот эти вот ретро-автомобили именно сюда, на эту выставку. И у нас, я думаю, они еще будут, наверное, ездить целую неделю здесь, просто по дорогам, потому что они все на ходу, они все в рабочем состоянии, эти автомобили. Они приехали своим ходом на эту выставку. И вот, теперь можно будет встретить частенько. Я уже, когда ездила, встречала и в пятницу, и в субботу по дорогам эти автомобили старинные. Ну и теперь мы можем их уже во всей красе просто рассмотреть на стоянке. Очень много интересных, колоритных личности здесь. Вот посмотрите, многоцветные волосы любят. Вот посмотрите, такие вот женщины. Это вот женщина впереди, вот в этом вот комбинезончике. Ну, моего возраста, судя по всему. Вот она так, без проблем. Прекрасно. Выглядит прекрасно, себя чувствует и гуляет. А я все показываю вам разные красивые штучки, прибамбасы на капотах. Не знаю. Вот этот что-то типа самолета. Как называется этот автомобиль? Форд. Форд. Какой-то Форд. Не знаю.
друзья. Успею ли я вам все показать? То, что здесь у нас на этой выставке присутствует. Просто огромное количество автомобилей. Я уже хожу полчаса. Как я уже сказала, вам показать всего не получается. Вот пройду чуть-чуть туда дальше, но, наверное, что здесь уже нет, не могу понять, это все еще стоят старинные автомобили или это, да, вроде да. Да, наверное, все еще старинные автомобили. Музыка просто играет. Это колонки у кого-то нет там. Тут здесь я думала, это живая музыка, но нет. Продолжаем смотреть еще очередную партию старинных авто. Видите? Надеюсь. Опять очень ярко светит солнце в мою камеру, и мне плохо видно все то, что я вам показываю. Вот вы знаете, когда я свой стабилизатор использую, вот как сейчас, то я иду быстро, камеру не трясет, это для вас, наверное, удобней, но плохо то, что я не могу фиксировать вот именно экран туда, куда мне хочется наибольше внимания ваше зафиксировать. Вот видите, уже у нас тут обед быстрый. Не отходя, люди уже проголодались. Но, как я сказала, уже времени больше часа. Поэтому неудивительно, что люди, которые приехали сюда с самого утра, они уже проголодались и готовят себе завтрак. Завтрак на траве. Вот. Ну вот эти машинки, такие, как вам сказать, это опять вот все-таки большинство автомобилей, как вы можете видеть. Не такие уж совсем старые, на мой взгляд. Хотя, как я уже сказала, я абсолютно не большой знаток. Ага, look, but please do not touch. Открытый автомобиль, видите, смотрите, но, пожалуйста, не трогайте. Написано. Ну и почти на всех автомобилях написано look, but please do not touch. Я думаю, что даже без моих каких-то комментариев вы можете просто сами посмотреть всю эту красоту, полюбоваться на эти экземпляры прекрасных старинных автомобилей, которые выглядят все великолепно, ухоженно, который каждый хозяин надраил каждую у него штучку. Понимаете, да? Я даже таких не видела. Экстраваганза написано, и у него сфинкс на радиаторе. Никогда не встречала. Здесь такое количество этих автомобилей, друзья, что моего какого-то познания не хватает. Вот посмотрите, пожалуйста, еще. Я не знаю, как вы, а я не видела таких никогда. Армстронг. Какой-то Армстронг. Боже мой.
Какие красивые ретро-автомобили. А вот зеленый, посмотрите. Это же просто фантастика. А это вот опять вот этот вот со сфинксом на носу. Написано 919 год. Вот видите здесь. Okay, thank you. Вот такие машины. И, кстати, люди тоже иногда заслуживают внимания. Я по ходу своей съемки буду иногда вам показывать интересные экземпляры и людей тоже. Не знаю, понравится ли вам это, но я любитель посмотреть на каких-то таких специфических экземпляров. Показываю может быть для тех, кто никогда не видел, вот как и я. Я большинство таких автомобилей даже не видела. И вот вы знаете, что еще мне интересно? Ну вот я вот вам показываю вот этот автомобиль. Вот смотрите, какой он красивый, красный, бесподобный, да? Но вот вроде, когда он здесь стоит, то как-то... Или, может быть, потому что он стоит среди многих, да? Но я, например, знаю свое впечатление, когда этот автомобиль едет по дороге. Все начинают ему сигналить. Все начинают оборачиваться, смотреть вслед и радостно махать. Потому что эти автомобили, конечно, на дороге, они смотрятся гораздо интереснее. Согласитесь, что встретить такого красавца старинного ретро в таком великолепном виде, когда ты просто едешь по обычным дорогам, это представляет интерес. И это очень экзотично, даже больше, чем если бы вы его вот встречаете здесь. Хотя, конечно, каждому свое, как говорится, мы с вами продолжаем идти и продолжаем смотреть на очень много этих фотографов, таких же, как я. Съемку делают, фотографируют, потому что тоже это не каждый день. Все это великолепие приезжает к нам. Вот посмотрите, минор какой-то, посмотрите, опять какой красавчик автомобиль. Зайду наперед к нему. Вот он. Очень красиво. Ой, друзья. Да здесь, конечно, что не автомобиль, то просто фантастика. Посмотрите, вот этот красавец. Посмотрите, вот этот красавец. Боже мой, боже мой. Вот еще. И главное, что просто, видимо, невидимо, сколько же любителей старинных автомобилей здесь у нас в Англии. Еще раз повторяю вам. Вот, пожалуйста, for sale. И не так и дорого, 9500. Вот такой красавчик. Стоит 9500. И, пожалуйста, ручку крутите, заводите мотор и поехали. Кто-то, наверное, уже не имеет желания, возможности эти автомобили содержать. Хотя я почему-то думала, что они стоят намного дороже. Но, наверное, все экземпляры стоят по-разному. Поэтому это могут, конечно, определять только специалисты.
Вот еще один Rolls-Royce, пожалуйста, посмотрите. Вот я почему-то всегда считала, что Rolls-Royce это самые дорогие автомобили. По крайней мере, вот у меня такое было впечатление, что это автомобили очень богатых людей. Rolls-Royce. Вот он так выглядит, если слышали. Наверняка слышали. И вот знаете, как мне рассказывал мой муж, что вот эти вот, вот этих вот на радиаторах красавчиков с крыльями из Rolls-Royce очень часто скручивали, воровали. И потом они продавались отдельно где-то на аукционах. И в общем можно было тоже какую-то небольшую денежку даже получить. Я не к тому, что надо скручивать, а я к тому, что кто только чем не занимается. И здесь тоже есть такие люди, которые вот занимаются таким вот воровством. Ну вот я смотрю, что здесь вдоль всего пляжа, вдоль всей набережной стоит вот эта вот череда автомобилей. Ну, друзья, я надеюсь, что вы получите удовольствие, посмотрев вот эту вот знаменитую великолепную коллекцию. Потому что, например, возможно, в каких-то крупных городах у нас, таких как Москва, Санкт-Петербург, может быть, Новосибирск, даже не знаю. Может быть, бывают вот такие вот выставки автомобилей. Но мне даже, знаете, что кажется, что если у нас в России организовывают выставку старинных автомобилей, то, скорее всего, она будет где-то за семью замками, где-то для private, так сказать, для каких-то частных коллекционеров, для специальных богатых людей. Вот у меня складывается такое впечатление. Поэтому я с удовольствием хочу показать вам, как это происходит вот здесь у нас в Англии. Пожалуйста, ставьте лайки, кому нравится. Не забывайте об этом, друзья. По поводу рекламы. Вы знаете, количество той рекламы, которую вы видите на моих видео, не зависит от меня. Я просто включаю рекламу, и дальше уже там вот этот вот YouTube, он сам рулит процессом. Поэтому мне кто-то сказал, что вот у вас прям бывает две рекламы подряд. А вы посмотрите другие какие-то видео, других блогеров, и вы можете увидеть, что происходит то же самое. Сейчас YouTube как-то немножко стал вести себя не очень адекватно, я бы так сказала, потому что очень много блокируется. Только чуть-чуть какая-то зазвучит музыка, сразу же пишут, что авторские права нарушены. И, вы знаете, вот с этой рекламой они стали тоже, я, на мой взгляд, слишком перебарщивать. Но ничего поделать я не могу с этим. Вообще, как... О, смотрите, какая красивая... Какой красивый автомобиль. Но это у него что тут? 64-го года автомобиль. Вот видите? Да. Это какой-то, по-моему, Volkswagen или какой? Драйвер. Он просто сделан, по-моему, в качестве какой-то рекламной акции, потому что у него тут игрушки, старинные чемоданы наверху, в багажнике, видите. Привлекают внимание, как могут, каждый автомобилист к своему автомобилю. Вот тоже очень красивый, по-моему, такой же, да? Мне почему-то кажется, что это Volkswagen Жук. Да, вот у него стоит буква W, значит, точно я отгадала, это Volkswagen. Volkswagen Жук. Смотрим дальше.
Очень много для меня абсолютно незнакомых названий. Ну вот форды тоже попадаются, я вижу много. Это то, что я могу вам комментировать, как говорится, с теми знаниями, которые я имею. Вот опять форд еще один. Да, понимаете, что вот тот вот Volkswagen Жук. Я думала, что он старше намного, но оказалось, видите, написано, что он всего лишь навсего 64-й год выпуска. То есть, по мне, так не так и старый он. Вот, очень красивый, огромный форд, посмотрите. Вы знаете, мне вот эти все автомобили, они мне напоминают Ford Zodiac. Они мне напоминают какие-то старинные фильмы 50-х годов. Вот посмотрите, здесь два одинаковых этих красавца Форда, Ford Zodiac. Один зеленый, один белый. А вот, кстати, и там... А, тут целый ряд этих Фордов Зодиаков. И они все разных расцветок, но абсолютно похожи друг на друга. Один и тот же год выпуска. Форд Зодиак. Покажу вам поближе, как это все выглядело раньше. Понимаете же, сейчас уже эти Форды современные выглядят абсолютно не так. Ну а раньше все всегда были вот у них на капотах такие никелированные красавцы. Вот у Форда видели, я вам показала. А это вот Ягуары. Вот эти вот замечательные никелированные ягуарчики у них на капотах у всех. Раньше это было очень модно. А сейчас, конечно, это осталось только вот как ретро. Такие вот обозначители марок машин, марок автомобилей. Но вот вы знаете, вот эти ягуары, да, я еще не помню, какая-то такая еще фигурка шикарная. Вот, к сожалению, забыла, постараюсь, вспомню вам, дать фотографию сюда. Как еще? Вот у нас, помните, Волга была с оленем на капоте, да? Ну вот, а здесь у них такие ягуарчики. Сравнение, конечно, не в пользу Волги. Просто рассказываю. Вот вам, пожалуйста, еще автомобили мини. Мини-кобра. Или как называется? Мини-комбики двухдверные. Вот такие малюсенькие. Тоже их тут очень много стоит. Боже мой, сколько. Вы знаете, я вот уже 20 минут вам делаю видео, и я не обошла даже и половины того, что здесь есть. И посмотрите, какие колоритные люди здесь ходят. Я вот с удовольствием иногда и сама наблюдаю, и вам показываю. И при том, понимаете, как вы можете понять, что это же не просто молодежь какая-то непонятная, а это вот вполне себе даже люди моего возраста. Вот они вот так вот ходят, и никто никогда не будет осуждать. Смотрите, какой классный цвет автомобиля Ford. И тоже он такой оригинальный. А вот эти вот у всех цветочки подсолнухи, как вы видите, да? Ну, они, наверное, просто для украшения раздавались или продавались. Я видела, там продаются они везде, эти огромные цветы подсолнухов. Ну, здесь вот кто знает, кто интересуется, может прочитать. Форд Англия. Иду дальше с вами. Хожу медленно. Но не уверена, что я
выложу вам все, что я вам сняла. Может быть, немножко обрежу. Хотя, мне кажется, вы знаете, даже я знаю, мои зрители, они любят смотреть и вокруг все, не только. Вот автомобили, в частности, здесь можно посмотреть, а можно посмотреть и людей вокруг, и ландшафт вокруг. Автомобили я уже просто вам показываю, ну, без комментариев, как говорится. Вам судить, вам смотреть, и думаю, что это все-таки интересно. Вот там сзади уже начинается у нас детский парк с пиратами. Тоже излюбленные такие у них оформления детских парков. Пираты, черепа, рыбы. Ну, потому что вот эти пираты или корсары, еще как по-другому их называют, по одной из легенд, именно эти пираты, они первые, кто заселился на острове Айловайт. Хотя многие, конечно, очень критикуют эту версию, так скажем, да. Но, тем не менее, вот видите, она поддерживается всячески. И любят и бары украшать всякими пиратскими атрибутами, и флагами вот этими, черепы, кости, как вы можете там видеть вдалеке, видите. Вот. Бочки, пиратские корабли. Все это здесь очень популярно. А я иду дальше и показываю вам эту выставку старинных ретро-автомобилей. Не знаю, опять же, к сожалению, где еще проходят в Англии такие выставки автомобилей. Скорее всего, я склоняюсь предположить, что они, опять же, здесь у нас вот приезжают и устраивают эти выставки, потому что остров Isle of Wight для этого, по-моему, самое лучшее место. Ну и потом, понимаете, какое дело, ведь у нас, даже если люди приезжают сюда на отдых, то это не так много людей приезжает, как если вы их заманите чем-нибудь типа вот фестиваля старинных автомобилей или вот байкеров. Тут, конечно, грандиозное столпотворение, и это сразу поднимает бизнес для ферри, потому что это все бизнесы частные. Вот, по-моему, говорила вам тем, кто давно мои видео смотрит, многие видели. Я вам рассказывала, что, по-моему, ферри White Link или Red Link, или White Link, у нас их две. Вот, по-моему, одну из них купил какой-то русский олигарх. И после того, как он ее купил, эту компанию, ферри, то сразу поднялись цены на билеты. Ну вот я сейчас еще туда немножко дальше пройду, по набережной. Посмотрите, какая очередь за мороженым. Боже мой! Ой, вот это вот у нас, конечно, такого бывает нечасто. Такое столпотворение, такое скопление людей. Вот для меня уже непривычно, скажу я вам. Все кафе заняты, очереди в этот один-единственный ларечек с мороженым. Ну вот, бизнес у них здесь такой интересный. Посмотрите, сколько людей. Вот, по-моему, еще там тоже, на вот этом пирсе, стоят автомобили. Что-то я смотрю, там людей много гуляет. Сейчас пройдусь туда, еще вам покажу. Да, сейчас пройдем туда, еще посмотрим. Здесь кое-какие автомобильчики. Вот это опять тот такой же автомобиль, который я испугалась, что у него какой-то защитный экран. А,
Ай, со своей глупостью. Оказалось, что это открытый капот. Вот так. Вот, посмотрите, еще один какой экземпляр. И вот хозяева сидят. Уставшие и довольные. Вот муж с женой. Видите, это их автомобильчик. А у кого-то бывает, наверное, целый гараж таких старинных автомобилей. Миллионеры, которые это все коллекционируют, знаете. А вот у кого-то просто для себя любимых. Он, видите, еще и трехколесный. Если видно вам, вот у него сзади одно колесо. Абсолютно малюсенький, типа лодочки, да? Но такой, зато вперед у него красивый. Полиции никакой здесь нет. Ой, посмотрите, вот даже зонтики продаются. Не знаю, надо узнать, сколько же они стоят. Какой красивый зонтик под солнышком. Посмотрите, вот женщина идет, видите? Вот посмотрите, еще дама с собачкой в платье невесты. Вот представляете? Ой, вот жаль, вам закрыли ее. Excuse me, let's. Хочу. Hello. Хочу вам показать. Что обозначает эта дама в платье невесты? Я не знаю. Ну вот, бывает и так. Конечно, хочу показать. Вот иногда вот таких вот колоритных. Посмотрите, идет мужчина впереди с ребеночком. Вот ему лет 60. У него, если вы видите, седая борода. Но он такой накачанный. Он такой симпатичный. Вы посмотрите, и ноги у него в наколках, и сам он. Но, несмотря на всю его татуировку, у него уже старая кожа. Но прекрасно. Вот я такая иногда, знаете, любительница рот пооткрывать. Даже и не только на автомобиле, но еще и на людей вокруг. Бывают такие попадаются экземпляры, друзья, что сразу хочется включать камеру и вам показывать. Такие автобусы, кстати, тоже старинные, ретро. Но для нашего острова Уайт они абсолютно не являются раритетными, потому что можно встретить. Они даже действующие продают мороженое. А вот здесь такая вот колонка, водичка. Поить собак, быть ножки. Вот посмотрите еще, какой красавец ретро-автомобиль. К сожалению, я могу только прочитать, что там написано. Даймлер. Даймлер. Или Даймлер. Вот посмотрите, у него на капоте вот такая вот девушка. Не знаю, это сам хозяин просто припаял, или это такой, такая марка автомобиля. К сожалению, ничего по этому поводу я сказать не могу. Но автомобиль тоже, видно по всему, очень старый. У него даже внутри в салоне деревянная обивка, деревянная обшивка. А вот посмотрите, у него даже сзади есть такой типа салона, в котором можно перекусить, столик. Вот, надеюсь, вам видно, как прекрасно выглядит этот дорожный автомобиль. Вот у него сзади багаж такой. Можно тоже огромный прикрутить. И вот на таких вот шикарных автомобилях старинных люди и раньше отправлялись в путешествие всей семьей. Вот как он называется? Ну, скорее всего, вот у него и на колесе написана буква D, значит, это вот этот Daimler England, 1934 год. Вот, продолжаю вам показывать. К сожалению, так долго веду съемку, что даже прервалась у меня
Я иду, вам рассказываю. У меня, оказывается, уже и видео не показывает. Вот, ну, не знаю, сейчас пройдусь с вами здесь по вот этому ряду. Покажу еще автомобили здесь на пирсе. Очень красивый вид, посмотрите. Как я сказала, уже полная вода. Очень красиво, поэтому можно даже не только автомобили смотреть, а наслаждаться видом прекрасным на наш пролив. Для меня, например, здесь уже эти автомобили как-то не могу сказать, что они уж очень ретро. Вот такие, по-моему, вот такие фиаты я даже видела. Они ходят по дорогам английским. Интересно было бы посмотреть, с какого времени считается, с какого года автомобиль начинает считаться ретро. А вот этот похож, по-моему, на нашу Победу, да? Или Москвич, или Победа, как это раньше было, тоже времен моих родителей. Мы с вами постепенно прошли по всей длине этого пирса. Thank you. Вот оставшиеся здесь. Триумф. Вот автомобиль. Вот, кстати, по-моему, такой Триумф тоже я вам показывала когда-то. Очень унылый и разбитый был Триумф. Но ездил на нем какой-то очень бедный мужчина. Здесь у нас, я даже знаю, где он живет. А здесь вот Триумф. Этот же самый, та же самая модель сделана. Отреставрирована, видите. И выставлена на всеобщее обозрение. Вот, друзья, такие бывают счастливые дни у нас. Удачные, когда... Ох, какой красавец, посмотрите. Какой красавец. Не знаю, как он называется. Двухдверный. Посмотрите, как интересно. У него такой длинный, огромный нос. А всего лишь два сиденья в салоне. Ой, какой интересный. Оригинальный, да. Но это тоже старый. Старый автомобиль. Ну и здесь же, как вы видите, у нас вот этот вот харбор, так называемый. Это где яхты паркуют свои на пирсе. Тоже это дорого. Вот посмотрите, как девушка тут красиво расположилась в живописной позе, специально села, зная, что здесь ходят очень много людей, смотрят автомобили, ну и посмотрят на нее. Бывают вот тоже такие у нас здесь. Вот там, слышите, шумит Хайеркрафт на водяной подушке. Такое судно. Вот все это вам в одном флаконе. Удовольствие я показываю. Феррари, пожалуйста. И очередной вид на замечательную набережную нашего города Райт, на замечательный городской пляж, центральный пляж города Райт.
и вот на все это великолепие. Мы вчера тоже купались, кстати, в субботу ездили. Посмотрите, люди купаются. А сегодня у нас 15 сентября. И купается людей довольно много, потому что сегодня у нас плюс 25. И сегодня у нас воскресенье. На пляже я бы не сказала, что много людей. Но вот, тем не менее, это не часто бывает, чтобы 15 сентября теплая вода. Спрашивают у меня, как вода, теплая или нет. Да, вода теплая. Вода где-то 21-22 градуса, и купаться возможно. Так что, друзья, вот так мы с вами сегодня провели прекрасно эти полчаса. Я надеюсь, что вам понравилась эта выставка старинных автомобилей. Я надеюсь, что вы не разочарованы и что вы досмотрели это видео до конца, потому что такие ценки, потому что такие вещи, конечно, вряд ли можно увидеть где-то у нас в России или в странах нашего бывшего СССР. А как я знаю, у меня в основном на канале люди из стран наших бывшего СССР. Ну, конечно, я приветствую и рада видеть всех на своем канале. Я думаю, что много еще что мы с вами увидим. И вот эти все великолепные какие-то здесь у нас выставки, какие-то конкурсы, я обязательно буду стараться вам показывать. Не только на море, но и на суше. Вот такие вот вещи. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, что вы досмотрели мое видео до конца. Поставьте лайк, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всем хороших выходных. Желаю удачи и всего наилучшего. Пока-пока!